Вы писатель? Угадали. А вы? Ангел? Скорее, ведьма. И что же вы пишете? Есть одна новая задумка, но... Но? Она обречена. Как получилось, что реакционная пьеса «Пилат» добралась до публикации и потом до постановки? Кого ты имел в виду под персонажем Воланд? Воланд? Дьявол, в которого никто не верит, решает лично посетить Москву. Он бы навел порядок. В реальной жизни никакого Воланда не существует. Поверьте, он существует. Сегодня что-то случится. Квартиру возьмете, только голову отдайте. Нет никакого дьявола. Эта земля полна суеверий. И каждый день здесь ждут мессию. Вы сами, голубчик, во всем виноваты. Нельзя было держать себя с ним столь развязанно. Каждый раз, когда я иду к вам, я боюсь. Не хочу, чтобы я однажды пришла, а вас нет. Не может этого быть. Это нечестная сила! Тьма накрыла ненавидимый прокуратором город. Себе уходите. Рукописи не горят. Кто вы такой? Вы его погубили, да? Итак, Марго, царой моей королевы, чего вы желаете? Я хочу, чтобы все стало как было. Утром я буду с тобой. Час настал.